идет. А зачем оттуда? Тут справа есть. Ален с броней. Так, где? Беги за тобой. То есть... А, так, окей. Ладно. Блин, лишние кары еще. Респект нуля. Блин, горец по нему быстрым кар. Подождите меня. Где что, когда, где он? Дайте я сяду кому-нибудь. Паника, блин, погоди, паника! Резк. О? О? Кто там все, а? Аня, выйди. Срочно выйди. Чего? Срочно выйди, резкар. Вы сказал. Да я сяду. Садитесь ко мне, садитесь. А ты где? Заложился 4, заложился 4. А я броньку не взяла. Да не надо. Короче, я отыкаюсь пока. Constitution is very clear on this. Remember, it's only a small step from mass transit to communism. Proposition 602. Если что, потом крикните. Хорошо? Да, ты нам. Всех. Я боюсь, Саша. Ну ладно. Надо, главное, не волноваться, а быть спонтанной и великолепной. Спонтанный? Спонтанный. Да, спонтанный в смысле как рыбка. Выйди из АФК. Все, я вышла из АФК. Аптечку надо купить, да и маски. Да, а маски. Аптечка не обязательно была маска. Ну, маску мне... Слушай, а мне че... А. Господи, сколько вас тут... Господи. Просто маску ну, нет, достаточно. Господи, сколько вас тут-то, жирных-то? Ох, я в коридор стрел. Так, какой? Слушай, твоя анимка, оказывается, работает с этого даже заднего входа, заднего сиденья. Вообще неожиданно. В смысле? Нет, ну как бы это самое. Текстурки Линдона на форуме. Модельки, короче, ты не знаешь. С какого наверное. Заднего входа? В смысле, причём здесь задний вход и модельки? Блин, фак, не задний вход, ты не понял. Я даже не поняла. Да кто там бегает, блин, дебил какой? Садись давай, чувак. А, это Эмильяна. А, нет, не Эмильяна. Как сказать правильно? Помнишь, Линда, а чё они в шорме Рикс? Эти, чё? А куда они уехали, what? А? Слушайте, блин. Бля. А тогда работает федеральная пушка на пол и руки вверх. Воу. Дай мне як на него. Какой у него отличный? 62. Давай я поставлю маяк ему, а ты будешь мне говорить регулярно, куда ехать. Этот маг какой у него? Два маяка на него. Короче, в сторону ЛС. Смотри, он на мосту. А нет, ВЛВ, ВЛВ. На мосту, на мосту. На мосту ВЛВ. Я вас понял. Слушай! Кто из нас один там и кандидатор или фигуратор или что-то такое? Чё? Я сюда поехал, как вернулся. Да ничего. И чего? Кстати, Камит, я так понял, ВРК, да, разговаривает? Что? Да, Камит, ты хуй ты въебываешься. Да я ни на кого не въебываюсь. Да это не ты, не блин. Не ты, а ты. Он. Да не ты, а ты, а который тот. Который не ты, а который тот. Который спереди сидит. Маяк, Рикардом, маяк. Сюда. 6 звезд. А, да. Работает федерально. Слушай, ты еще микрофон напиши. Я еще тут умничаю, извините. А сейчас куда? Сейчас направо или куда? Я знаю. Сейчас я. Да блин, вы вдвоем сидите там за одним сиденьем. Я думал, она прибывает. Я тоже думал, что... Направо, сюда прибывается. СВ. Да.
Через, ну, короче, поехал здесь вот, да. Да, через двери. Короче, ты понял. Короче, ты понял, как надо ехать. Короче, да, туда, туда. Ты понял, что куда надо ехать? Уже. Мы молчим, да. Все, вот. Как две балабольные сучки. Лучше. Пусть ты глаголишь. Я ищу на глаголях, сука. Налево. Твояки на карте. Короче, здесь жизнь, подземная пещера такая. Слушайте, давайте мы машину заминируем и туда им в эту пещеру засунем. А не проще было туда просто на все проехать? Слушайте, тут куда вы бежите? Стойте, мы можем с другого пути зайти. Вот здесь есть выход из этой пещеры. Они и так все наши отсюда пошли, господи. Так думаешь? Да, конечно. Ну, да, может, ты и прав. Хотя бы хорошо, что здесь заграждение поставили. Наша машина вся бурка была. Какая прелесть. Слушай, а откуда у меня уже пол хп? Назад, понятно. С той стороны зайду. Короче, там переговоры идут. Куда? Короче, я больше не пойду с вами на похищение. Какой? Че вы все тупые, уже 15 минут просим помощи, а она мне ответа не привета. Давайте всечем им, все вместе соберемся и всечем им просто. Беги. Зас, вы тут не выйдете. Прошки. Фак, я тоже дырался. Раз тупанул и все, до конца спустился. Кстати, помнишь, я раньше сумасшедший тебе предлагал с маленькой машинкой, типа обезвредить, там, типа машина не заводится, бла-бла-бла. Было попробовать. Это как раз идеальное место. Воу-воу-воу, очень не крашено. Только варнингов полетело. У меня, кстати, как ни странно, все нормально. Хотя тут много народу, достаточно. Да шо ж мы такие миролюбивые, не стреляем. А, это яки, что ли? Да, яки. То яки? Да, это яки, Карьяков. У Яков, кстати, у Яков 2 из 3 выговоров. Если... 2 из 3? А да, если он слетит, я не знаю, если он слетит, я пойду, пытаюсь добить его место. Удачи тебе. А так будет. Вы лучше мне скажите удачи, потому что я хочу запрещить грёбаного лидера. А, ты это отстоишь, господи, такие люди. Чего? Блин, камни-то выговор сейчас получишь. А почему там стоят стажеры внутри? Ты загребал. Стажеры стоят, а агенты сидят здесь. Просто сядь, как все. Одна печенька упала. Чувак, я нашел первый баг, текстурка в лимузине. Она глючит. Не, ничего не глючит, все нормально.
Нет, как бы в крыше я врезаюсь. А, нет, у меня нормально сидишь вроде. Но это от скина зависит уже. А, кстати, точно, да. Чё, теперь я высокий? А, ну да, я высокий. Нет, вообще обычный. На часть головы. Вот... часть головы. Вот сват выше, чем обычный. У меня стоит заменка. Кстати, такой вообще... Если сейчас начнется перестрелка, я буду просто от смеха писаться тут. Чё, наш пост опять? Слушай, давай к ПРП я обезвреживаю двигатель. Ну давай, я снимаю, обезвреживай. В принципе, я тоже. РП. Ну, на самом деле не спалит, но сейчас же она типа не видка. Я по РП посмотрю, как ты по РП обезвреживаешь двигатель. Не, тоже, я не знаю, сейчас что-нибудь придумаю. В руке... Что в руке? В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. ПСЖ. Блин, как мне нравятся такие стажеры, которые увольняются по СЖ и говорят, что ФБР скучно. Проработав ФБР при этом всего день там или даже меньше. Я сколько ФБР-то? Да еще тапер еще был. Ну смотри, 30 дней почти. Нет ФБР. У меня куда поделся эта херня от наушников. Я прикрою твою спину, товарищ. Ну смотри, если бы я написал в руке кейс с инструментами, он сюда не подошел бы. Допущено до обзвона. Короче, Короче, я не знаю, как посмотрим. Кстати, я буду тащить. Кстати, как тебе скин? Ну, ты у меня сейчас стандартной текстурки, а до этого была просто идеально. Не, она я перед. Ну, Альпхай, или как? Чем можешь дверь заломать отверткой? Короче, крепкий. Достал отмычки. Чё ты творишь? Сейчас выкину в речку. И уволят тебя. Да. За то, что он в речку упадет. То, что он... добрался содержимое кейса и выкинул. Да нормально? Mm-hmm. Хватит там прыгать, Райд. Не слышишь, вроде бы. Как ты попался? Слушай, я чуть не упала, спасите. Тут выйти-то. Помоги, а. Ай. Я застряла. Слышите, я застряла. Каким образом, где? Голос, чё сбесит? Нон-РП уход, за это аварии не дадут. Я таймлю. Скриним. Уже. Тайм. Тайм. Все есть. А, я в воде. Татовый. Слушай, Линдон.
Кстати, кто это был? Полился. А, Эрик Лэл. Слушай, ну тогда ты сваливай с этой группы, а ты уволился. А, вы слуги запохитили. А, все, ему вареник прилетел. Very low. Офлайн предупреждение причем. Джерри жесток. Он офнулся. Он офнулся. Это вот что. Слушайте, кто-нибудь за мной приедет? Он все в воде. Я могу тебя свинцом нашпиговать сверху, если хочешь. Чем? Пульками, пистонами. Слушай, давай мы просто машину полностью разберем, а, Адриан? Вот колеса там открутим, там. Двери снимем с петель. Нет, там с пальцей стороны. На металлолом там пойдем продадим, пока не тут переговариваются. Лучше сразу всех на металлолом. Грабят дом, помогите. Этот пишет, директор ФБР, пойдите в свой кабинет. Да-да-да, вижу. Ну. Чувак, мне зачитать этот вопрос или нет, Канита? Просто скажи. Какой? Нет, просто если он сейчас скажет зачитать, я вопрос зачитаю. Ну просто, пусть да? Зачитает. Что зачитать? Нет, я... Не надо, но он не будет зачитывать тогда. Ну зачитай, да нет, ты зачитай. Нет, про... да, я не могу. Зачитай, да. Зачитай. Задолбал уже, давай. Нет, все, зачитай, вы ничего не слышали. Зачитай, ты о чем вообще говоришь? Читать, короче, я Камита, не знаю, о чем он Камита говорит. Сакурай спрашивает, а Бритни транс или нет, просто голос пипец. Все мой голос не нравится, я знаю. А потом привыкаешь и все. Да, я помню, это ты с этого и начала наш разговор в скайпе, когда мы тебя добавили в первый раз. Да. Что я не транс, голос у меня такой, но потом привыкните. Ну, привыкли? Ну да, в принципе. Вот. Путем нелегкого убеждения себя каждый день. Ну, бывает все. Шучу. Что значит шутишь? Господи, что я говорю? В смысле, что не привыкли? Здесь вот эти, блин, болезни. Лечись. Лечиться? Господи. Что ты там делаешь, отмычка-то? Я заплыла. А где твое оружие? Уплыло, что ли? Подожди, вот. Как так-то? Ну, ладно, да. Странно, просто у меня стоит, чтобы отображалось все оружие на персонажа, и тут у тебя оно появляется из ниоткуда. Ну, то есть, если бы оно у тебя было, но не в руках, оно у тебя должно было быть за спиной. Все, ладно, все нормально. Что он делает, да? А, я побежал. Долго они там переговаривают, однако? А если честно, он же на видео пивает. Это он типа сбежал или... Не знаю. Надеюсь, я выиграю. Кто-то получит сейчас выговор. Кто я? Да ты что? Здесь причем, не ты. А кто? Вукис. Спринг!
за что ему Ну, это? он там сидел, взял, убежал. Хотя знаешь что? На самом деле, япошки, конечно, тоже молодцы. Они за ним не следят. Их там двое человек. Погоди, а что было? Они ушли или нет? Докрашнулся он, как лалка. Ну, значит, посещения никакого. Не удивительно, если... Хватит дубасить. Ой. Что в этом увидел? Резким движением... Делать кляп с похищением. О, да. Плавными движениями... Нет, надо было взял кляп во рту похищаемого, плавными движениями шурует у него в глотке туда-сюда. Да, кстати, было бы так. Надер перчатки. Надел перчатки. Так, не респи тикар, не респи тикар. Зачем респи тикар? Вот ты даун, вот ты даун, вот даун. Нахера. Мне тоже все залагали, да? Ага. Да. Туда с сервера. Так, а сейчас я бац и дисконнект. Нет, фу. Слушай, то есть у него, смотри, у него полно ценных вещей. Кроме него и нас здесь никого нет. Может, мы это отожмем у него там? Ну давай, окружили. Там хоть ограждение уберите кто-нибудь, кто там был там. Что, ограждение? Ну раз уж ты решил совсем исправиться, то вернется тоже без мягкого знака пишется. Вернется. Там. Сейчас это подождите. Было? А. Что это было? Не могу. Вот этот вопрос. Ты ничего не слышал. Решил по. Там я просто вырубил. Это идеально. Слушай, смотри, все разошлись. Чем мы ждем-то? Может, уже все, пойдем. Довезем его там, куда он хочет, и все. Ну, пошли. Хоть ты встала. Пойдем, и да встала. Да я пишу. Хоть ты пишешь. Знаешь, ты не выебывайся тут, а? Слышь ты. Слышишь, что дальше? Что ты знаешь? Мы тут ну, таких, ну. Как ты, не любим. Вот. Еще дыми, когда ударь. Всем, все корубили. Сейчас сломаем что-нибудь. Есть какой-то. Сейчас за мной сейчас приеду. Кто? Муж мой. Квентин Тарантино, кстати, передай бы, что я поклонник его творчества. Ну ты приедешь, но передашь ему. Слушай, давай слушай, это... ПДшник, да? Да-да-да. Да. Ну, ПДшник нам не поможет. Давай запросим транспорт. Теперь разберемся. Короче. А вам же какой-то транспорт, нет? Ах, в целом, еще разберемся. Я не знаю, давайте просто заберем. Они в шоке.
Так это вот пришла просто. Ой, слушай, там какой-то домик свободный. А, это так большой. Это элитный за 1.5 миллиона, да. Да, это слишком. А, его никто не купил. А, сейчас я ему скажу. Так, как это называется? База... Блин, как она называется, эта херня-то? Какой БК? Какой? Слышишь? БК, что? Вот здесь вот какой-то рядом БК. Байкерский клуб. Outlast, кажется. Короче, ты поняла, там Sold, что-то связано. А, погоди, сейчас можно даже найду. Ждите. А, не, иди. Короче, вы тут стоите, а я поехал. Да. DPC. Ой, таксист. Черт с ним. Так, у меня через... Неудачно, фак. Фак, ты бич, фас. Ты взломай, я это величие. Сейчас разбежался. А. Слышь, я взломай. Неудачно. Бритка. Не давайте слышно тебя. Пожалуйста. Лаук. Просто лаук. Тюрей. Ты хуй творишь. Ты же сказал мне, не знаю, меня лаукой. Лаук. Иди сюда. Сюда иди. Петлс. Да, там Петлс. Я уже сейчас его отвезу. Так, уже, ну ладно. Мы, короче, релок. Так, я все. Не Ну ты, да нет, тебя может быть. Может, мы, может, с КПН поедем. Все. Кстати, Виндом, потом скинь фрапс. Сегодня. Okay. А, вот подожди. Смотри, как Олен. Что? Понятно. Гасета. Во. Я не прощу, если у меня это видео не записалось 30 кадров в секунду, а записалось там с приседаниями. Это будет очень-очень печально. Ну, у меня тоже самая херня произошла, когда я похищение записывала. Помнишь, Андриан, когда тебя похищали-то? А, ну, чё там? Вот, а у меня там за 30 секунд мне прошло и...